Мы сейчас с вами находимся на сервисе, где у нас собрана необходимая статистика по работе скрипта. То есть, сколько было выполнено операций за день, и не только за день, за различные периоды времени, и сколько было заработано денег. Сейчас я вам покажу, как эта статистика работает, и расскажу вам обо всем подробнее. Как видите, здесь есть и другие разделы, о которых вы можете подчеркнуть информацию в видеоуроках, там все детально расписано. Ну вот, давайте посмотрим статистику за сегодняшний день, это вкладка «За сегодня». И здесь перед нами все операции, которые были произведены скриптом за сегодняшний день. Я прошу заметить, что день еще не закончился. Итак, было выполнено 14 подтвержденных операций. И заработана сумма 4800 рублей. Причем напоминаю, что сегодняшний день еще не закончился. Дальше, чтобы нам посмотреть другую информацию, для этого перейдем в папку «За вчера». Для этого достаточно просто кликнуть на нее. И вот перед нами отображена статистика работы скрипта за вчерашний день. Здесь 21 подтвержденная операция. И это уже другая сумма, это 7140 рублей. Эта сумма была заработана при помощи скрипта, который работает в автономном режиме. И я в принципе ничего не делаю, как и все остальные владельцы скриптов. Посмотрим с вами еще и другую статистику. Вот за неделю, например. Откроем папку «За неделю». И вот перед нами открылась таблица статистики за прошедшую неделю. Можно видеть, что 10 числа была совершена 21 подтвержденная операция. Есть и неподтвержденные операции, они возникают по каким-то ошибкам. То есть люди могут не оплатить, могут просто быть ложные операции, которые не проходят. В принципе, это не так печально. Как вы видите, цифры реальные. И вот у нас 10 числа. Заработано 7140 рублей. А 9 числа это 5582 рубля. 8 числа чуть меньше, почти 3000 рублей. 7 скрипт хорошо отработал и принес 9000 рублей. 6 5877, 5 4800. 4 7228 рублей. И общая сумма это 42 497 рублей. Эта сумма была заработана скриптом за прошедшую неделю в автоматическом режиме. Ну что же, это у нас статистика за неделю. Теперь давайте посмотрим статистику за месяц. Если мы откроем текущий месяц, а у нас текущий месяц май, видим тут такую таблицу, так как месяц еще не закончен. Сегодня 11 число, и в этом месяце скрипт отработал всего 11 дней. И было заработано за этот период 59 920 рублей. А теперь давайте посмотрим статистику за предыдущий месяц, допустим, будем смотреть месяц апрель. С 01 4 месяца и по 30 число за 30 дней. Откроем статистику и увидим, сколько было выполнено операций и сколько денег было заработано за предыдущий месяц. И здесь мы увидим совершенно другую картину. Это у нас месяц апрель. Вот такая вот детальная статистика, очень удобная. Здесь можно подробно посмотреть всю информацию. На сервере может храниться информация и за год, хотя она нам не нужна. Давайте посмотрим итоговую сумму за апрель. Это 170 114 рублей. И это, напомню, сумма заработана на этом компьютере, на этом скрипте. Вы можете установить и больше скриптов на свои компьютеры, если у вас таковые имеются. То есть сумма достаточно неплохая. Как видим, это 451 совершенная операция за месяц. Это очень хороший результат. Ну и в принципе здесь все понятно. Я решил вам показать эту статистику. Потому что, в принципе, показывать вам какие-то кошельки, а на кошельки выводятся деньги с этого сайта. Некоторые наши владельцы выводят свои деньги на карты. Но смысла нет показывать скриншоты этих кошельков, я хочу, чтобы вы увидели вот эту всю статистику, эти цифры. Вы можете остановить видео и просчитать сами эти суммы и цифры. Но главное, что вся эта статистика реальная. То есть нам нет смысла обманывать вас.
И важно, чтобы вы сами убедились, что все это работает. А сейчас я попрошу внимательно ознакомиться со всей информацией на этом сайте. Там достаточно глубоко подана информация о нашей работе. Там рассказано, как работает этот скрипт и суть этого скрипта. Мы ничего не скрываем. Поэтому, если вы хотите знать, как это все работает, вы можете все это посмотреть и изучить очень внимательно. У вас займет это не более 50 минут. И уже сегодня вы сможете зарабатывать свои 5000 рублей. И это будет минимум. Итак, друзья, я желаю вам удачи, всего хорошего, желаю успехов.